Сегодня 7 марта 2023 год. Убрал передние щиты у всех ульев. Вылезло солнышко как раз. Сегодня снег весь откидаю от ульев. Вот. Еще немножко и полетят. Две семейки проблемных обкакали переднюю стенку ульи. В первом и там он во втором. Зимовка продолжается пока. Надо будет проверить. Снег откидывать пока. 9 марта 2023 год. Температура плюс 3 градуса. Погода солнышко. Красота. Снег весь откинул. За 3 дня. 7, 8, 9. 3 дня снег отгребал. Снега много, конечно, сегодня. Пчелки вылетывают, какают. Так. Летает. Вот такие тоннели. Сугробы по 1,5 метра. Ну, все, осталось дождаться тепла.
после первого облета нормального убрать подмор и утеплить. Зимовка продолжается.